Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Боровенково и Попасный. Оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины в районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея. Уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также поражены 3 пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам. Поражены 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева, 2 зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляй-Поле и Николаевка II, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. В районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены 2 украинские тактические ракеты «Точка-У». В районах населенных пунктов Маринка, Каменка, Семеновка и Синичина уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппаратов, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.